Всем доброе утро! Мы идем на автобус. Ванечка тут со мной идет. И ползем потихонечку. Погода на улице хорошая, 5 градусов. Прям все классно. И идем. Сегодня мне надо еще съездить в город, чтобы купить перчатки и все остальное. Но это вы все в течение дня увидите. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Ребят, помните эту крышку? Ей уже много-много лет. Я решила опробовать вот это вот средство, которое мне подписчица посоветовала, и опрыскала ее. Посмотрим, сможет, нет, оно что-то удалить. Поддержим, как написано, полчаса. Ребят, слушайте, классное средство. Вот смотрите, прошло 10 минут, и оно вот уже. Этой крышке очень много лет. Чем только не пыталась ее очистить, но... А это средство, слушайте, классно. Спасибо большое, что порекомендовали. Видите, через 10 минут вон еще уже прям отходит. Классно. Теперь я все свои вот эти старую посуду, которую у меня стоит, всю ее отмою. У меня появится новая посуда. Так, я слила этот раствор и на второй раз опрыскивала крышку. Тут уже, правда, кто-то воды налил. Ну ничего, сейчас попробую вот это вот все очистить. Оно, по идее, вот даже щеточкой хорошо очищается. Слушайте, классно. Сколько лет маялась, соскребывала с этой крышки хоть что-то, а тут пару раз побрызгала и все. Спасибо огромное за такое средство. Я даже, знаете, всегда думала, дорогое, блин, деньги жалко было. Но вот сейчас понимаю, что не жалко было деньги потратить вот на это средство. Ладно, сейчас очищу и покажу результат. Так, дорогие друзья, вот эта крышка, которую мы с вами отмывали. Да, она старая, поломанная, ну и пофиг. И вот она с этой стороны вот такая вот, видите, совсем старая. Ну, в принципе, средство работает. Я хотела больше проверить это средство. Спасибо большое, огромное просто спасибо. Теперь буду постоянно им пользоваться, постоянно его покупать. Всем добрый день. Я решила накраситься. Надо ехать в город за перчатками, за маской. Ой, это салфетками, за семенами. Вот сейчас накрашусь и поедем с вами в город. Ну что, дорогие мои, едем в город покупать перчатки и все остальное, все, что вам надо. Все, что мне надо. Для того, чтобы ехать завтра с Машенькой в Соликамск. Я не знаю, что ей брать с собой покушать. По идее, там рядом с больницей есть столовая. Можно будет после больницы завести ее в столовую поесть. Но взять только что-нибудь сладкое, чтобы после анализа сказали, надо что-нибудь съесть сладенькое, или шоколадку, кусочек, или что-то. И пить обязательно возьму. После анализа ей очень захочется пить. Потому что до анализа нельзя будет пить. Ладно, идем на автобус и едем в город. На улице очень хорошо, и у нас возле дома, видите, подтаяла дорога уже. Ветер, правда, сильный, а так, в принципе, погода нормальная. Теплая на улице погода. Только то, что вот ветер. Ладно, съезжу сейчас в город, потом приеду, покажу вам все, что я куплю. Приехала я уже в город, сходила, купила кое-какие семена, дома покажу. Сейчас мы с Егорушкой идем в фикс-прайс, ему надо купить варежки, да, Егора? Или перчатки? Да. Варежки. Он просит у меня варежки ему. Они, говорят, теплее. Ну и мне на Маше больницу купить обязательно салфетки влажные и обязательно перчатки одноразовые. Ладно, идем, потом покажу, что куплю. Приехала домой. Егора уже унес пакет. Я заходила, еще хлеб брала. И сейчас иду домой. Сейчас быстро обзор сниму. И надо будет уже идти в садик за Ванечкой и за Мариночкой. Так что идем домой снимать обзор покупок. То, что мы купили. Все, пришла домой. Сейчас быстро покажу вам обзор. И покажу, что у нас приготовил муж. Сегодня вкусно приготовил кушать. Сейчас покажу.
Так, ну первое, что он приготовил, это вкусный-привкусный борщ. Ну а здесь что он приготовил? Макарошки. Все, съездила, взяла все, что мне надо было с собой в больницу. Но вот кроме питья еще не взяла. И не знаю, я что ей покушать взять с собой. Еще это не брала. Так, сейчас покажу, что купила. Ну, в первую очередь, это хлеб. Чтобы завтра у меня мои без хлеба не сидели. Три булки я взяла. Два. Три. Так. Ну, женские принадлежности это. Потому что многие спрашивают, почему вы никогда не показываете, кое-что прячете. Ну, извините, женские принадлежности. Но не всем интересно будет смотреть. Сказала? Сказала. Дальше. Заходила я у нас. Здесь взяла кое-какие семена. Сейчас покажу, что я здесь взяла. Здесь я взяла два перца сладких, раннеспелых. Садить как раз по 15 марта. Сегодня 15 марта. Значит, успеваем. Сегодня я их обязательно посажу. И взяла пакетик укропа. Дальше. Что из семян купила? Заходила в цветочный. Взяла арбуз и дыню. Пакетики где-то по краю картошки посадим. Ничего. Дальше взяла морковь. Морковь взяла разную. Мне понравилось садить вот такой вот гранулят. Взяла нанская улучшенная. Два пакетика. Потом два пакетика Самсон и королева осени. В общей сложности 5 пакетиков взяла. Дальше взяла томаты еще. Два пакетика вот таких вот тоже посажу. И взяла бархатцы везде натыкать. Больше никакие. А, два бархатца взяла и два. Фу. Три бархатца взяла и одну настурцию. Вот такие вот целые семена взяли. Дальше мы с Егором заходили. Ну, я заходила в аптеку, взяла Маше вот такие вот перчатки, потому что они тоненькие. И взяла в экспрессе вот такие вот перчатки. 100 штук за 55 рублей. Но там есть еще ребята за 77 рублей 100 штук. Поэтому будьте аккуратны там по коду на осмотреть. Потому что сегодня я попалась. Упаковка была 77, хотя ценник стоит 55. Но у нас там продавцы молодцы. Они быстро все это проверили. Все пересмотрели. И я взяла за 55, которые упаковочку. Дальше. Влажные салфетки вот такие вот взяла опять детям, потому что они понравились. Ну вот, с собой в дорогу возьмем и дома пускай лежат. Дальше у нас заканчиваются быстро очень тетради в клеточку, поэтому я 3 тетрадки купила. Вот такие вот в Фикспрайсе, их выгоднее брать. У меня закончился уже больше месяца, наверное, кофе нет. Без кофе, ребят, не могу. Все равно не больше месяца, но где-то месяц, наверное, точно кофе нет. Не могу без кофе. Цикория приходится очень много ложить, все равно не помогает. Поэтому взяли кофе. Также в Фикспрайсе увидела что-то дешевенький мед по 77 рублей, по-моему. Так, сейчас посмотрю, если ценник где. А, нет, ценники. Вот, по-моему, по 77 рублей там был мед. Кися, не лезь! Потом Свете взяла ежедневные прокладочки дешевенькие. Потом шпроты 2 баночки. Ребятишкам, конечно же, конфетки взяла упаковочку. Так, Егора еще попросила ему ручки. У него ручки заканчиваются. Вот взяла еще ручки. Вот в целом все покупочки наши были. Вот такие вот все покупки. Так. Если понравилось, не забывайте поставить лайк. Завтра мы едем с Машей в Соликамск и все вам постараемся заснять, показать. А, да, смотрите, сегодня что Оксане в школе подарили на прощание азбуки. Да, у вас Оксана была? И вот такой вот ей набор с фломастерами подарили. Оксана довольна какой-то. Мама, те, которые мама купила дешевые дома рисовать, а это в школу будешь таскать. Ну все, дорогие друзья, сейчас я быстренько чай попью, и мне надо уже бежать в садик за ребятишками. Сделала домашний вкусный свежий майонез, целую банку. Лимон опять забыла купить, представляете? Сейчас стала майонез делать, а вспомнила, что лимон забыла купить. Ну ничего, без лимона тоже вкусно, но детям больше нравится с лимоном. Сейчас Оксаночке налаживаю супик с домашним майонезиком.
ребятеночек поест. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я пойду ребенка кормить. Так, у нас вечер. Я иду на остановку, чтобы ехать в садик. Взяла Марине с собой. Сейчас покажу сандали. Потому что те у нее маленькие стали. Вот эти взяла. Тут я липучку переделала немножко, у нее порвалась. А те, которые в садике, я уже прям впритык маленькие стали. Взяла другие сандали. Я сейчас отнесу сразу. А те заберем домой. Дома будет не ходить. Или отдадим родственнице, которая в баню ходит, Аленке. Ладно, идем на автобус. У нас тут все тает. Вот эта вот яма, блин. Тут такая яма образовалась глубокая. Надо будет закидывать, чтобы дети не провалились. Ладно, идем в садик. Смотрите, трактор приехал. Смотрите, что у вас дорога какая. У нас трактор приехал, и опять его что намело. Ну, мы потуда хуем, там уже удобно. Ладно, идем. Все, забрала я Марину, забрала я Ваню. Шагай, давай пойдем. И идем домой. Кое-что купили, сейчас все дома покажем. Так, пришли мы уже с садика. Показываю, что купила. Купила чай, потому что у нас дома 2 пакетика всего осталось. Купила лимон специально для майонеза. Маша, положи в дверку в холодильник. Хорошо? И решила деток побаловать. Купила им медовый тортик. Он у нас недорогой, такой большой, стоит за 187 рублей. Деткам он очень нравится, да, Маша? С чаем попьют. И тихо, купила мандарины. Вот столько. Потому что всегда не верят, сколько я купила мандаринов. Ну, могу, конечно, показать вот так вот еще. Ну, не знаю, но деткам взяла. Все, сейчас соберу пакет. На завтра, сейчас повешу штанишки. На завтра соберу пакет. Ну, не пакет, а сумку. Перепроверю все документы. Будем собираться. Завтра поедем уже в Соликамск. Все. Пожелайте нам счастливого пути. Чтобы все хорошо, нам сдать анализы, чтобы все было хорошо. Ладно, мы сейчас скипятим чайник и будем пить чай с тортиком, да, Машенька? Рулет? Это ты сейчас последний раз давай ешь сначала суп, потому что тебе потом, Маша, нельзя будет есть после 8 вечера, тебе нельзя будет кушать. До самого, пока анализы не сдашь, понимаешь? Так что сначала ешь суп, все, наешься, что потом тебе кушать нельзя будет. Там, по-моему, после 8. Сейчас по бумажке посмотрели, даже после 6 тебе уже есть нельзя будет. Так что быстренько успевай есть. Ладно, дорогие друзья, ставим чайник. И пьем чай с тортиком.